Привет, привет. Хотите знать, канадцы, американцы, норвежцы и так далее, почему так плодотворно работают и быстро развивается их экономика? Ответ прост. Потому что зимой они не тратят так много времени на очистки лобового стекла своего автомобиля ото льда, когда они уходят на работу. Раз-два и все готово. И на работу не опоздаешь. Вы представляете, сколько времени они экономят? Короче, ребята, китайцы придумали способ, как быстро очистить стекла ото льда. И северные жители уже пользуются этим изобретением. Вот, смотрите, пачками закупают этот инструмент. Скребок для быстрого удаления льда с автомобильного стекла. И стоит он очень дешево. 45 тысяч продаж всего за несколько месяцев. Заплатил всего $1, и экономика вашей страны быстро начинает развиваться. Круто, да? Ссылка для покупки этого товара на AliExpress будет внизу в описании. Для кого была эта информация полезной, ставим лайки и подписываемся на канал.